Решили съездить в зоопарк. Тут вон даже слышно, как петух орёт. Папа, там можно залезать в клетку? От отеля Горки. Тут можно даже пешком сюда дойти, в принципе, если захотеть. А на машине буквально, ну, не знаю, минутки две проехать. 1,5 километра здесь. 20 секунд. Подъезжаете, упрётесь шлагбаум, 50 рублей парковка стоит. Вот, машину оставили. Сюда вверх идем, здесь зоопарк. А с той стороны какой-то остров. Развлечения всякие разные. Хаски, собаки, там что-то, катамараны. Лошадь? Уже видно. Ну все, пошлите, посмотрим, что тут есть. Я лошадку беру. Или она искусственная? Че, спрашиваю, сколько стоит? Вон. 150 рублей, взрослые 200 рублей. Так, у нас 4 взрослых, 2 ребенка вышло. 1100 рублей, да? Да, 1100. 1100 рублей. Вот такие штуки. Хорошо, сейчас пойдем посмотрим, что тут есть интересного. Это баран орет. Показалось, что белка. Почему его зовут баран-то? Баран. Ну и все, давайте по очереди пойдем. Давайте начнем с белки. Ого, белочка. Орешки. Прикольно, она вон ждет что-то. Давай, мам, яблочко. У нее срыв. Да, отстань, потом. Привет. Приколистка. А, есть. Конечно, есть, просто смотрите его. Вот вживую увидите, как выглядит белка. Она укусить может? Да. Давайте дальше пойдем, а потом еще раз посмотрим. Вот, допустим, это лошадь. Давайте познакомимся. Это Андрей. Сколько лет, сколько это? Ну. Чем занимаешься? Это Андрюха. Можно чем погладить? По жизни занимаешься? Можно, только аккуратно. Да хватит, подойди. Быстренько погладь и все, сбоку подойди. Боюсь. Давай, это Светвина рукой. Вместе. Не дергайся, наоборот, быстренько погладь и все. Это же лошадка. Давай, все, вот. Идем. Все, погладь. Она это наоборот, понюхай. Все, ладно, пошли. А, это овцы. Эдильсбаевские. Такие эдильбаевские овцы, ты слыхал за них, нет? Четкие пацаны. Смотри, какие. Ржачные. Смотри, у них голова большая. Задница. Жесть. Жесть просто. Овцы. Да, привет. Мощно. Медведь, смотри. Пошли. Здесь кто? Здесь кролики, понятно. Здесь еще овцы, бараны всякие. А вон енот. Смотри, сколько кошек здесь. Прям здесь живущее место. Вот енот, Милан. Енотов мы вживую видели, да? Мы не видим. Я не буду его трогать. Эдвин! Пацаны вообще, ребята. Смотри, сова. Ого, они лазят, да? Смотри. Эти агенты. Агенты, да. Ну так они, наверное, мультики так и снимали. Агент 0. Нифига себе. Они побег делают, наверное. Да. Капец, у них такой большой вес, они так лазят. Но. Кто? Да. Фига забираются, да, как? Че, братан, куда? У него одной ноги нету. Поэтому ему сложно, да? Да, потерял в бою. Капец. Дикие животные опасные. Вот. Он на того рычит. Да. Типа, отвали. Офигеть, такой маленький, но такой этот. Они же ночью тусят, а днем спят. Сейчас вот и вообще по барабану. Вот сова на нас смотрит.
такие соски больше за нами пришлются вечером. Ой, какая красавица. А ты что не спишь? Она спит. Ну, товарищ медведа. Прикинь, такое нападет. Ну. Так это еще не такой большой. Бывает и побольше. А можно в клетку залезть? Не. Привет. Миша, привет. Бабуль, медведь. Зачем ты перо трогаешь? Ты медведь. Мама, куда руки? Здорово, чувак. Бабушка берет. Оп, на. Ой, ага. Сейчас, да. Да ты туда кинь, Оля. Не надо туда лезть. Не лезь. Туда, кидай туда, дальше ему. Он сам уже возьмет. Бабуль, давай одну. Я хочу ему этот попасть. Медведи, идем кормить. Ой, ой. Вон, он ловит. Все, можно я попробую? Яблочко вон кинь. Яблоко. Красава. Туда несу. Руку не. Красава. О. Вкусное яблочко. Ну, давай сколько поставить. Чавкает тогда. О, мамечка. Чемида. Еще хочешь? Не последнюю еще, мам, последнюю еще. Я хочу. Милана, пусть давай, кинет, давай. Она не кидала. Иди сюда, Милана кидает. Не-не, давай, я дай. Чемида, открывай рот. Давай, открывай. Не-не-не, Миланочка, о, давай. Давай, кидай. Ой, извини. Прося, ну, пошел. Он возьмет, возьмет там, попозже. Внизу, внизу. Это в запас. Он умный такой, да? Да. Все. Хватит тратить еду на него. Пока. Не, ты это туда положи. Ой, не докинула. Я так достану. Давай еще рот откроешь, я тебе еще дам. Давай, попробуй. Ой, опять не получается, скажи. Хватит. Давай ем еще. Руку близко не надо. Ну куда она? За решетку-то не это. А руку может это. Руку вытащить. Вот эх ты! Вам учиться надо кидать. Ну, здорово. Ну, здорово, чувак. Офигеть, у нас стабилизация головы такая четкая. Верблюд, надо его тоже, этот яблоко. В носу, смотри, сделали этот. Зацепили. Сейчас, когда услышал яблоко, значит слово, и сразу вытянул. А, и сейчас харкнет тебе разочек. Давай. Сейчас, подожди, я тебя туда кину. Давай я кину. Что? Вот, вот. Давай поближе сюда, здесь. Не кидай, здесь поближе в рот закинь. Вот. Ну, сам, я боюсь. Опа, молодец. Все, хватит, хватит. Еще один идет. Еще. Сейчас как плюнет разочек кому-нибудь. Набор этого. Спартаку в камеру. Ага. Ну дай, дай. Иди там. Да что вы такие хлебы? Ладно. Что? Молодец, что было пушить. Какие глаза, да? Пока-пока-пока. Зрачки, то есть. Ты такой красивый. Это о, ада. Да. Адский козел. Есть же симулятор козла. Симулятор козла, да, это с них, наверное. Это, этот, надо фотку сделать. Ну. Надо. А вот симулятор оленя. Олень. Олень? Бабуля, олень. Кстати, вот, вот это рога. С рогами, да, они типа редкие какие-то. Что-то у него посередки еще, да? Бабуля, олень. Ой, зачем туда ты залезла? Сидеть, такой, нет. Все ждут похавать. Что? А вон смотри, какой здоровый еще чувак. Это як вроде бы, или бизон, як должен быть. Да. Як тибетский. На корову похоже. Но это и есть как корова, як. Сколько это меха, да? Ну. Хрюдель. Хрюдель. Фу, он писает молоком. А что он делает? Что с ним? Мам. Писать захотел. Что? Но... А что молоком-то? Ну так вот он. Ой, вот. Чем накормили, тем мы. Может, территория. Там есть леопард и волк. Еще.
Короче, тигр валяется, кайфует. Все хорошо, у него клетка побольше здесь. Вон там леопард лазит. Да-да, тетя Тань, когда встретите в поле, вряд ли так будете говорить. Какая хорошая, и съест вас. Да-да-да. Когда будет это кусать, и будет не очень хорошее. У людей привычки такие, хорошая, хорошая. А потом, когда это встретишь живую, будешь бежать. О, твою ж мать, а! Не тигр, а убийца. Да. Уже там не Клеопатрочка, да, моя, да, милая, какая хорошая. Ну, как сожрет нахрен, и все. Будет тебе моя хорошая, когда тебе ногу будут откусывать. Уже будет совсем... Тот енот, который без ноги, по-любому тебя вспомнит. Да, да, вон, Тигра Басхан. Прям, да, вот зовут его так, Басхан. Да. Басхан. Что-то ему похоже. Да. Клеопатрович. Тигр. Он спит? Да, ему похоже.